хочу! Я есть хочу! Просим вас при посещении водопадов соблюдать меры безопасности. Мы будем соблюдать, мы законопослушные граждане. Ну, тут стояночку оплачивали. Вот тут. Ну, вот оплатим, мы без проблем, все оплатим. Народу нет? Да, мы оплатим. И туда даже можно заехать. Давайте заедем. Да. Что, оплатим? Оплатим и заедем. Ну а что? А что нам? Не говори, что нам стоит. А можно заезжать? Можно, Вась. Вась, мы тебе разрешаем. Тебе можно все. Ну да, прокатано. Нету ничего, если запрещающих знаков нет, Вась, все можно. Что-то молодой человек идет, не бежит на нас с палками. Нет, все хорошо. Значит, можно. Вась, у тебя в машине сидит три голодные женщины. Нам все можно. А сейчас когда этим женщинам скажут, что сегодня... И куда? Еды нет. Вон, мне кажется. Ну, нам спроси, нам спроси. Вот сюда. Батя спросил у него, а на водопад туда. Администрация это какой сюда? Ты хочешь в администрацию? А, нет, я в администрацию не хочу, я хочу в кафешечку. На водопад туда. Вот сюда. Нет, давайте сначала покушаем, а потом пойдем на... Ресторан, да. Вот. Пойдемте в ресторан. Что, прямо у него зайдем? Да. Нет, можно рядом паркануться, Вася. А вот сейчас. Вот, спасибо у него, да. Здравствуйте. А работает? Да, работает. Покушать можно, да? За парковку оплату надо. Ну, я понял, понял, да. Мы еще... Так, девчонки пошли на водопады, Нарина пошла в ресторан. Так, чеченские ребята, как всегда, шутят. Не, по 200. А, по 200? Да. А, это вам куда? Там 200. Все? Да, все. Это у тебя габарит или что? А, да, все. А, это закрывающее. Да, девчонки пошли на водопады. Алисия сказала, мне будет сложно. Я ее попросила снять на... Ну, снять и мне показать. Потом. Так, а мы с Васей покушаем, да. Зайдем что-нибудь. Да, кому что, а мне надо покормить. Я есть хочу. О, снег, смотри, какой хрустящий. Так. Если стоять. Типа, малыш. Вот, видишь, он лук зеленый. Ой, я с луком не люблю, Вась. Ну, спросить надо, может, не только с луком, может, они добыли. Нет, а у них уже готовый есть. Но мы сейчас спросим. Я буду хингуш и буду... Хингуш? Чечоп есть. А это что хингуш? Это же тыква, которую ты любишь, Вась. Это он называется хинул? Да. А, я говорю, что ты... Во-во-во, и вот это вот. Я теперь знаю, что ты это будешь. Ну да, и вот это вот. Так, а супчик? И... Жигалыш будем есть, да? А я не знаю. Давай попробуем. Опять с чесноком да с говядиной, да? А? Давай. А? Два заказа? Или один на двоих? Не, давай один на двоих. Один на двоих возьмем и возьмем хингуш. И хингуш. Тебе и мне, да? Да. Ну... Этот, круглый, да? Да. Они пока полазят, а мы с этим и уедем. Пусть голодные останутся. Да. Кто не с нами, тот против нас. Я кофе возьму, если будете. Не, кофе не хочу. Я хочу чай. А есть горный чай? Мангал, чай горный. Чебрецов, дикая вишня, улыбка. Зеленый, с имбирем. Персик. Кофе нет, и тогда буду ягодный. Ягодный чай? Да. Это что такое? Почему нету горного чая? Нет. Нет? Нет. Ничего такого нет. Видишь? Тогда я буду просто черный классический. Брызги шампанского. Вот я буду... Не нет, хочешь? Брызги шампанского не хочу, я буду черный асан. Вот это? Да. Люблю сладкое. Ты только стык? Ну, могу такие поесть, ну, это их там, ну, кусочек, 20. А вот сладкие я могу и все 6 сожрать. Я с тобой поделюсь, что это... Правильно, Алисия сказала, они до темна пошли на водопады. Я говорю, давайте вместе поедим, а потом вы пойдете. Алисия говорит, нет, потом стемнеет. Нет, далеко идти. Там два водопада. Малый водопад и следующий пойдет большой. И пока они вверх поднимутся. А до малого водопада сколько? До малого недалеко, как бы. А давай, если мы поедим, если девчонки не вернутся, до малого сходим. Ну, попробуй. Это платить надо. А, ты тоже платишь? Везде платить? Да, конечно. И там платить надо.
Везде платить. Везде надо платить. Когда мы будем сидеть, наслаждаться вкусной едой. Да, 4G ловит. Ой, я ничего, я пока снимаю, материал собираю, потом приедем к Нине и будем... Ну, если был бы, конечно, тут интернет, я бы сделала прямой эфир с Васей, запутили бы. Ну, потом уже приду, обработаю его, вовремя сниму. Ты чай будешь или ты будешь? Не, я кофе потом. Давай чуть-чуть по чаю, потом пока принесу. А он не сладкий у тебя. А, попроси тебе сахар. Не будешь? Я кофе выпью. Это тебе целый чайник притащил? Да. Ничего себе. Мне немного. Я потом, если что. Хорошо. Если захочу. Да, мне чайханчик и чай. Пока нам приготовят. Попробуем чай. Хотела, очень хотелось бы выпить горный чай. Почему-то нет. Зима настала. Снегом замело все. Мы девчонок попросили, я Алисю попросила нам снять на камеру. Там красиво. Но я видела, вы когда в прошлый раз... Ты можешь дойти... До первого, Алися сказала. До первого, да. Там до второго. Нету таких больших подъемов. Угу. Вот от первого там есть вертикальные лестницы. Надо по железным лестницам в двух местах залазить. У меня руки крепкие, я смогу. Я была когда в Армении, в Хурдюрабе, мы в церкви были. Там, где Григорий Люсовец, ну, где Григорий Просветитель сидел в яме. Там тоже спускаться, там вертикальная лестница. И мне все тоже говорят, ты не сможешь, ну, ноги больны, не сможешь. А мне женщина подошла, говорит, если у тебя руки сильные, ты по лестнице спустишься. Вот где Григорий Просветитель 40 дней сидел. Держаться хорошо. Да, это я могу, у меня руки сильные, у меня ноги слабые, руки сильные. Я это смогу. Но на второй не пойду там, потому что Леся говорит, уже стемнеет, а на первый... Сейчас мы пока с дедом дошли, уже сереть начало. Ну, так, да? Уже к вечеру, да. Ну как? Оно, конечно, недалеко. Может, метров 400-500. Вот так. Вроде недалеко. Но это пока туда. Пока вот там. Вась, помнишь, пока мы в Ингушетии когда были? Ну да. Мы башню наверх поднимались. Это 1.5 километра наверх. И 1.5 километра вниз. Я тоже думала, что я не смогу, но все прекрасно смогла. Да так красиво. Ну, вот прекрасно. Этот первый, он как бы не сильно интересный. Вода под, ну, идет, ну, слабенький, да. А вот второй, он повыше, конечно, и пошире. Это хорошо шел. Ну вот, сокошка, снежок идет, деревянные срубы. Романтика, Вась, полная романтика. Это летние беседки. А это мушмала. Это мушмала. Вот. Дерево. Где? Дерево вот это большое. Да? Да, мушмала. А тут вокруг одна мушмала. А, вы же тут были, да? Да, да. Здесь вокруг одна мушмала растет. Девочки, можно тарелку попросить? Да, можно, конечно. А? Чонки, ребята. Это твои лепешки? Да. Хватит нам мяса? Хватит, конечно. Они скажут, я сама тарелка едят. Да? Это их проблема. Что хотят, то и говорят. У нас материал-хат может быть, да? Или так это называется. Да? Да. Материал-хат это когда бабы. Материал-хат это когда женщина. Спасибо. Пожалуйста. Все. А, мы как раз вот, да? Кусочек тебе, кусочек мне и немножко. Там. Нет, я сейчас себе положу кусочек. И все? А зачем две тогда? А я не знаю, я у нее одну просила. Да, я думала, мы с нее просто разделим. Ну да. Вот этот самый жирный кусочек. Ты же жир не любишь? Не-не-не. Ух ты, ура! Дали! Так. Вилочка возьми. Дали свет! Сейчас мы будем эфирить. И можно мне галушек. А-а-а. Я возьму бульон, а ты возьмешь бульон с чесноком. Да, да, с чесноком. Да? Что, хватит? Да, мне хватит. И мне бульончик, можно? Убери.
Все, девчонки, ребята, нам приятного аппетита. Если сейчас получится, я переключу и поэфирю. Пока нам пекут лепешки, может быть, не получится. Да, нам принесли чеплгаш. Еще принесут хинглиш, готовят. Хорошо, что у нас чеплгаш без лука. Я с луком, если честно, не очень люблю. Всем приятного аппетита.